2017 года становится Попова Полина! Полина Попова! Новая мисс Россия! Мисс Россия 2017! Вот она! Мисс Россия 2017, друзья! Можно я вас провожу? Вот здесь алмаз, который специально отмечен как место для новой королевы. Аплодисменты! Мисс Россия 2017! Победительница получает символ конкурса – корону Мисс Россия из рук Яны Добровольской. Очень трогательный, ответственный момент. Мы умолкаем. Публика, может быть, пустит слезу сейчас. Это настоящая сказка! Салют! Россия, 2017! Салют в честь победительницы! Мисс Россия 2017! Роскошная и невероятная Полина Попова в окружении первой вице-мисс и второй вице-мисс Россия 2017! Эти восторженные взгляды и овации только для вас, девушки. Я думаю, самое время вручить призы нашей победительнице. Итак, главный приз от банка «Русский стандарт». Я прошу вас, Александр. Давайте вместе проследуем. Итак, из рук Александра эксклюзивная карта MasterCard. Достоинством 3 миллиона рублей достается новой Мисс Россия 2017. Полина Попова, аплодисменты. Также просим Андрея Каменского вручить приз от компании «Авилон». Новый автомобиль для новой Мисс Россия. Это вам, Полина.